Привет всем поклонникам ММА! Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем Защитника Отечества! Желаю вам счастья, здоровья, удачи! Оставайтесь красивыми, здоровыми, спортивными! Хотелось напомнить вам, что наши отцы, деды, прадеды сделали для нас очень большое дело. Они защитили нашу Родину в Великую Отечественную войну против немецких нацистов. Также они сделали не только большое дело, защитив нашу Родину. Они передали нам бесценный опыт. Они нам передали бесценную силу духа, которой славится наш народ. Это самое главное в нашем народе – это сила духа. Также сейчас мне очень приятно смотреть на ситуацию, когда пытаются переврать историю, говоря, что в те годы, когда была Великая Отечественная война, все пили и выиграли войну. Хотелось сказать, что никогда русский народ не пил. Помните об этом. Сейчас над Россией нависла очень большая угроза. Вроде мирное время, да, а мы вымираем по 800 тысяч в год, естественно, уголь населения. А все это потому, что идет спаивание народа. Поэтому большая просьба, остановитесь. Не травите себя самостоятельно, не убивайте себя алкоголем. Бросьте пить. Даже в маленьких дозах алкоголь опасен. Поэтому хотелось бы вас еще поздравить с Днем Защитника Отечества. И помните, что наше Отечество сейчас нуждается в вашей защите. В вашей защите от алкоголизма, от курева, от наркотиков. И если мы все бросим эти так называемые вредные привычки, то тем самым мы защитим нашу Родину, будем рожать красивых, здоровых, крепких людей, и все у нас будет замечательно. Поэтому будьте сильными, оставайтесь здоровыми и самое главное, оставайтесь трезвыми. С Днем Защитника Отечества. Все, всем пока.